На следующих выборах Госсовет Республики придется потесниться. Партии в Татарстане уже 43. Если от каждой на избирательном участке будет по два наблюдателя, да еще и пресса, то места хватит не всем. Впервые состав участковых избирательных комиссий постоянный, сразу на 5 лет. В Центризбиркоме доложили, что всего таких комиссий в республике 2762. Все политические объединения постарались включить туда своих людей. Представители «Единой России» присутствуют в каждой. И почти в каждой есть члены ЛДПР и КПРФ. Самыми пассивными оказались яблочники. Всего лишь 7 человек из этой партии вошли в состав участковых избирательных комиссий.